Хей, ребят, перед просмотром видеоролика не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Приятного просмотра! Итак, друзья, всем здорово! Продолжаем играть в Лего. В Лего Властелин Колец. Лего Lord of the Rings, называйте как хотите, как удобней. И у нас финальный уровень. Финальный уровень. Так, это мы пропускаем. У нас кат-сцена, поднимаемся на гору. Идем сжигать кольцо. Продолжаем сюжет. Двигаемся к цели Лего Марио Супер Хирус. Первая часть. Совсем чуть осталось. Все, галюны пошли. А, брод у нас не какущий, да? Да, у нас он как уже овощной такой. А с Сэмом все нормально, поэтому давайте-ка за Сэма побегаем. Не просто так, да, не мерцает, сейчас что-нибудь соберем. А, то есть он прыгать не может, все, я понял. Зато драться помогет. Но лучше все равно за Сэмом поиграем. Дергаем. Опа. Я вообще случайно, я даже не помню, как это сделал, но я случайно наступил. Пошел сюда, и вот у нас даже синенькая монетка появилась. А, вот так вот, да? Хорошо. Так, и в принципе, ну-ка, можем, да, пройти? Можем. Ух ты, ничего себе. Фродо у нас не такой уж и бесполезный. Ух ты. А, вижу. У нас тут камень. Я даже уже вижу, что мы можем, куда можем его кинуть. Вот сюда. Угу, окей, гениально. Гениально. Вот сюда мы можем его кинуть. Проходим. Кстати, здесь мы можем выкопать еще один камень. Видимо, он нам понадобится. Нет, скорее всего, не для этого. Так, так, так. Мы на всякий случай возьмем, а там уж посмотрим. Так, проходим. Ой-ой-ой, вот это я сейчас это испугался. А, вот оно как. Ё-мо. Шикардос. Ну ладно. А, ой, дебил. Там у нас этот была мишень, надо было туда камень кидать, сейчас обратно придется идти. Господи, вот еще бы раньше я бы посмотрел, было вообще шикарно. Так, мне нужен сюда Сэм. А, так там все равно, кстати, Гэндальф нужен, так что идем сюда. Окей, все нормально, без паники. Так, 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 так. Это у нас, кстати, последний уровень, да, не помню, говорил или нет. Почему-то Сэм выше
Бильбо, получается, да? Ой, фу. Почему-то Фродо бесит меньше, чем Сэм, потому что Сэм... Ну, хотя это, в принципе, да, Сэм там в фильме был толстенький. Поэтому, в принципе, это немножечко объяснено. Так, и нафига? Вопрос, если я что-то не понял, зачем? Все, я понял. Поднимаем Фродо. Так, Сэм обратно. Поднимаем Фродо. Фродо у нас так аккуратно идет сюда. Не зря же вот это, да? И мы поднимаем Сэма. Чтобы Сэм уже перепрыгнул вот сюда, сюда. Вот, да. Теперь все понятненько. И мы сейчас мостик сделаем. Все будет нормально. Все будет чики-пуки. Ненадежный, конечно, мостик, но сойдет. Так, Фродо у нас проходит. Так, веревка Сэма дергаем. Закрываем вот эту вот. Так, заходим, проходим. Окей. А, все, тут понял. Тут мы будем сейчас его вот так вот двигать. Потихонечку Фродо проходит. Естественно, помогает Сэму. Тимплей, тимплей, тимплей. Так, я слышал бонус. Где-то появился бонус. Вот оно как. Так, сюда бежим. Не знаю, Фродо полезет за нами или нет. Так, и что надо делать? А, все, все, все. Но я могу, да, я могу нести вас. Держитесь. Не, ну Сэм тоже красавчик, конечно. Мы почти дошли. Сейчас еще Голлум, кстати, нападет. Да, да, да. Еще опять битва с ним будет, да? Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Кошмар. Итак, отлично. О, сейчас будем камнями в него бросаться, вообще замечательно. Ну, пошел сюда. Кстати, да, вот я уже немного отдохнувший. Ну, не то, что отдохнувший, но я уже могу прыгать за Фродо. Слышь, что, сам умный, что ли? Опа. Ничего себе. А у меня тут уже есть камень. На, получай. Еще возьму один. А, теперь он на Сэма напал. Нормально, кстати, там голыми, ну, типа, голыми ногами, типа, босиком, по раскаленному вот этому. Вот. А Сэм же ему Голлум же этот, ему палец откусит. Блин, вот это плохо, кстати. Нападет. Да, вот он палец откусит.
Так, хорошо, продолжаем. Нет, я хочу монетки собрать. Но отвали... Не, ну ты глупый. Я хочу собрать монетки. И сохраниться. Сейчас я тебя это... Туда. Он залез, говно, а? Ну ладно. У меня есть сковородка. И, кстати, вроде... Да, у меня только сковородка. Не, я хочу лопаткой биться. Совочком, точнее, даже. Блин, ну я уже так далеко этот. Кстати, мы можем же его забрать, по сути, да? Да, все, отлично. Финальная битва с боссом. Это Голум. Неплохо. Блин, ну много 100 монет я не получу. Ладно тогда, давайте... Переключимся. Ой, я упал. Так, сейчас быстренько сделаем вот так вот. Где ты, придурочный? Только не говори, что ты за мной упал. А, вот ты где. Не, ну ты точно глупый. Вы что, каждый край, что ли, соберете? Я не понимаю. Каждую колонну моста? Неплохо. О, монеток много. То, что надо. Так, ну это мы вырвать не сможем. Да тут сотку, скорее всего, надо набрать, я не наберу. А ну, на типа по башке. Вот сейчас опять к обрыву, да? Вот ты чипалаха кусок, а? О, отлично. Ах ты. Иди сюда. Извиняюсь, я случайно. Иди сюда. Куда пополз? На тебе. Сковородкой. Ах ты. Блин, все равно запрыг... А, не-не-не, все это катсцена. Да, он палец откусил. Но здесь это сделали вот так вот. Сейчас он его столкнет. Но он сам, дебил, к краю подходит. Все, давай, чава. Да-да. Все, Саурон прое. Все, да, ГГ. Потух.
Потух Саурон. Оп. Е-бой. Бабах. А вот и Сэм. Хорош. Опа, 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 опа. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Пропустил. Оно ушло. Yes, Mr. Frodo. Да, мистер Фродо. Все уже позади. It's over now. О. Орлы. Гэндальф. Блин, жду сериал по Властелину колец. Должен выйти. Но мы прошли игру, мы прошли сюжет. И король. Now come the days of the king. Возвращение короля. Yeah. Does not belong to one man, but to all. И хоббиты такие, а что? А, ну да, да. Еее, оно ушло, полученное достижение. Роковая гора, уровень пройден, особенно режим свободной игры. Мы, кстати, вон почти предпоследнего персонажа купили. Фродо усталый, Сэм усталый, да? И Арагорн, королевские доспехи мы получаем. Вы можете приобрести новых персонажей. Раз и два. Отлично. Открыли всех. Ну, точнее, пока что разблокировали. Осталось их найти и купить. 94%, почти. Тут у нас 930 тысяч. И также... Один, два бонуса. Два бонуса. Скорее всего, Роковую гору мы соберем. Уровень пройден. И уровень завершен. Средиземье доступно для режима свободной игры. Я что-то не понял сейчас про что. Завершить сюжетную часть. Завершаем. Титры мы пропускаем. Еще иногда кацана будет. 25% ровно 25%. Итак. Тити Геймс обязательно. О, кстати, вот здесь будет как раз-таки измененная заставка, если я не ошибаюсь. Так, смотрим. Нет, она в Хоббитах будет. Эх, ладно. Travelers Games. Загрузка. Чё, даже катсцены не будет, прикиньте. Так, мы здесь можем активировать. Мы здесь уже активировали. Окей. Давайте сейчас телепортируемся. По разным точкам. И до конца откроем наши камни.
Кстати, там мы можем ночью, можем днем приходить. О, путевой камень открыт. Отлично. Сейчас мы все сразу откроем. Получим за это достижение. Получим за это достижение. И, в принципе, сейчас я объясню, что будем делать. Да, открыт еще один камень. Пещеры Мории. Так, еще есть камушки путеводные. Хоббитон. Не помню, кстати, открывали мы тут или нет, но давайте откроем. Скорее всего, нет. Да, не открывали. Отлично, еще открываем. Почему камень открыт? Так, ачивки пока не... А, дали. Из всех... из всех назойливых хоббитов мы получаем достижение. Это у нас сейчас... Найти все путевые камни в Средиземье. Да, все, это был последний. Итак, объясняю, друзья мои. Как раз хоббит, они красивое место, замечательное, спокойное. Главное, здесь никакого хаоса. Здесь-то мы как раз-таки, я думаю, и закончим. Смотрите, объясняю, как я буду проходить. А, тут у нас персонаж. Объясняю, как будем проходить, как я буду в дальнейшем проходить. Смотрите, я... Прохожу свободную игру, вот, то есть собираю вот всех персонажей, всех... Опа, это что такое? Бэк-энд. А не это ли случайно дополнительный уровень, друзья мои? Смотрите, собираю все белые блоки, собираю всех персонажей, собираю все вот эти вот, помогаю... Кстати, как раз-таки здесь и пошли вот эти вот... Кстати, мы можем тпхаться. А, нет, мы можем ставить метки, я понял. Телепортироваться мы не можем. Тут у нас как раз-таки появляются вопросительные знаки. Это жители в беде, так скажем, да, которым надо помочь. Легобор Суперхеросов будет тоже много. И, в принципе, они будут выглядеть так же. Вот эти вопросительные знаки. Вот, то есть помогу всем жителям. Соберу белые блоки, соберу чертежи все. Всех персонажей. И в следующем как раз-таки видео я вам покажу. Ну, как раз-таки все, что я тут открыл. Всех вот этих вот, да. Но, помимо этого... Еще выйдут как раз таки полный сюжет и дополнительный уровень. То есть, конечно же, я начну с прохождения на 100% сюжета, выложу. Потихонечку буду проходить игру на 100%. И еще, я думаю, вот это бэкэнд, это и есть дополнительный уровень. Я сейчас, скорее всего, его и пройду, а потом будем проходить уже все на 100%. Все, друзья, на этом все. Подписываемся, ставим лайки, делимся этим видеороликом с друзьями, комментируем, прожимаем колокольчик обязательно. Куда же без этого, да. С вами был Дэн, всем удачи и до новых встреч. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.